И о сегодняшнем курсе. Рубль продолжил укреплять позиции. Тенденция сохраняется 3 дня подряд. Доллар снизился почти на 90 копеек, евро, например, на 2,5 рубля. В итоге европейская валюта достигла минимальных значений с конца августа. Официальный курс на завтра установил Центробанк. Доллар 61 рубль 93 копейки, евро 68 рублей 79 копеек. По мнению экспертов, на ситуацию влияет рост цен на нефть, а также приближение периода выплаты налогов, когда растет спрос на российскую валюту.